Готовься, а не летом, а к ЕГЭ начинай готовиться зимой. Заявление на участие в едином госэкзамене 2018 года необходимо подать до 1 февраля включительно. В заявлении обязательно должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. Два экзамена – это русский язык и математика – обязательны для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы – на выбор. Их результаты потребуются для поступления в вузы. Можно указать любое количество предметов. Нынешние одиннадцатиклассники заявления подают по месту учебы. Если речь о выпускниках прошлых лет, такое право тоже дается сдать экзамены по выбору в рамках единого госэкзамена. Они подают заявление также до 1 февраля в любой муниципальный орган управления образованием. Где сейчас выпускник проживает, он в этом муниципалитете подает заявление. Также это заявление попадает в единую информационную систему.